Всем привет-привет! Всех с наступившим 23-м годом! Пусть он у вас блестит, сияет и ведет вас уверенно в нужном направлении, прям как вот эта гирлянда. Дедуля пусть нас отмечает угол кадра. А мне и Фраше мои предновогодние заказы, как и многим, задержал. Два заказа были по бланку, по-моему, именному, поэтому я не буду его даже искать. Оставлять там все было по вашим запросам, как-то так сформулировано. А другой заказ был с сайта. Одна из предновогодних акций скидок меня сподвигла заказать с сайта. И по иронии судьбы у меня еще самый хвостик 22-го года. Мы уже пересекались с родственниками, часть подарков отсюда которым предназначалась. Хорошо, что я хомяк разумный. Я перед встречей предусмотрительно метнулась в шкаф, нашла то, что их порадует там. Ну ладно, это значит, что-то как-то будет перепрофилировано. Или еще что-то, или себе оставлено. Что, коробочка красивая. Так, вот как это выглядит наполнение. Косметичечка. Ничего такая. По-моему, это в подарок там шло. Я уже, пока ко мне эта посылка добиралась, пока... Ой, давно я службы DPD не заказывала. Там пока на сайте я их объединила, чтобы они в один день ко мне приехали. Еще DPD начало пугать, что а теперь у них срок хранения заканчивается. Еще как мы стыковались с курьером. Ладно, фиг с ним. Вот он. Milky Almonds. Занюхиваем. О, этот Milky Almonds я себе понесу в ванную создавать новогоднее настроение. Я у себя оставлю. Второй такой же пойдет в подарок. Миниатюра сочных ягод. Ну, ничего так. Ну, не так, чтобы я прям впала в бесконечный восторг. Так, я так достаю из коробки, отставляю быстро, я не знаю. Ты кто? О, ты миниатюрка Сурлялент. Тебя будем отдельно тестировать. Ты останешься со мной по-любому. Так, собственно, коробка от набора. Вот, и шнурок тоже. Это, милый мой хороший, собери сам. Что мне не нравится в этих наборах и Фраше частенько. Вот прям хочется эту пустоту еще чем-то забить. А и Фраше не всегда предоставляет что-нибудь для этого. Так, поэтому очень часто я эти коробки оставляю для каких-то других нужд. Туточки у меня что? А сколько картона? Ага, вот у меня тут что? У меня же два набора в шариках. Мы сейчас про них в спецификации почитаем. Я как раз хотела радовать девочек маленькими игрушечками. Но зато в красивых шариках, которые потом можно повесить на елку. В итоге я порадовала девочек большими туалетными водами. На мой вкус им подходящими. А мне останутся миниатюрки, помадки. И придется придумывать наполнение этим шариком. Мне вообще так нравится, когда вот что-то такое тебе подарят, конфетка там, или какое-то микрополотенчико, неважно. В общем, тебе подарили что-то просто потому, что праздник подарок. Вот эта подарочная упаковка, создающая настроение. И самое главное, можно потом же на следующий год найти, куда-то повесить, обыграть, положить. Я вот с детства... Помню, у нас целая коробка была упаковок от подарков, конфет. Помните, сейчас тоже стали появляться подобные наборы из пластика в виде Деда Мороза. Я помню, что в виде часов у меня было несколько коробок. И каждый раз, там, на следующий год, когда собиралась елка, я из этих коробок какую-то инсталляцию устраивала. Вот, может быть, себе шар загребу. Все, что не делается, все к лучшему. Так. Я не поняла.
Вот, да. Это я запамятовала. Вот такая коробочка для хранения чего-нибудь с ручечкой. Тоже наборчик от Yves Rocher. Убираем эту фигню из кадра. Подвинем улов весь. Два шара. Жестяная коробка. Sur la lente такой. Гель для душа такой, гель сякой. Мон Руж очень мне понравившийся. Bloom in Love мне понравился не так сильно, как классический Мон Руж, но в виде компактных твердых духов. Это очень прикольно. Это все оставляем. Еще две миниатюрки. Sur la lente. Так что я смогу распробовать, точно понять, нужна мне большая или нет. Но я все открывать не буду. Вот 8 миллилитров, по-моему, то, что надо. Evidence. Надо уже просто подсчитать, сколько Evidence. И большие бутылки раздарить, пользоваться миниатюрками. Гигиеничка. Тушь моя новая, метаморфоза. А ты кто? Ты крем для рук. Маленький, хорошенький. Побежишь, пойдешь на подарки, как миленький. Ну и скидочка на следующую покупку. Итак, 1500 на следующую покупку вам дадут воспользоваться этим предложением при покупке от 4000 рублей аж. Вот. Вот надо что-то очень сильно захотеть. Так, с 14 ноября по 8 января. Это что? Это где действует? При любой покупке перекидной календарь, при покупке от практически 2000 набор сюрприз волшебство. Так, 1 рубль, 1 балл. Воспользуйтесь преимуществом карты Мерси. Так, а где это будет действовать? Это будет действовать в интернет-магазине, как вы думаете? С какого? С 14 ноября. То есть уже кто-то что-то покупал. Две маски для волос и твердый шампунь. Ну, маска 35 миллилитров. Например, для моих волос это, дай боже, растянуть тонким слоем на один раз. Вот этот набор прям для женщин чуть за сухой кожей. Кому дарила, всем зашло. Так, вот такой каталожек. Ну и, собственно, цены. Мне всегда нравится, когда эти заказы в электронную почту чек приходит, и там цены там совсем такие маленькие, смешные, без вот этой переоценки и игры в подарки. Все получается, в общем-то, совсем-совсем недорого от нашего товарища Yves Rocher. Пойду собирать макулатуру. Дворник наш, ее собиравший, сказал, что по весне только сдавать будет. Поэтому соберу, сложу, аккуратно отдельным пакетом вынесу на мусорку. Авось кто-то собирает сейчас и сделает доброе дело, и чуть-чуть себе денежек заработает, сдаст в утиль. То столько картона. И вон впереди у нас еще одна коробочка. Сейчас я на паузе быстренько приберусь в кадре и будем смотреть дальше. Так, для экономии времени я уже вскрыла. Бланк был интересен подарками. По подаркам выходила Амбер Нуар целых 100 миллилитров, но без слюды. Туалетная вода. И там была классная цена на шампуни к ним. Если на Новый год все не раздарю, впереди еще вереница праздников. Где-то у меня, кстати, была в хозяйстве еще одна Амбер Нуар. Поэтому шампуни 3, этих 2. Очень-очень мне понравившихся твердых шампуней. Для сияния волос я заказала еще целых 4 штуки.
тоже по хорошей цене. Это два заказа, объединенных в одну. Я суммарно за содержимое этой коробки 5000 с небольшим заплатила. Две полновесные туши, они шли по тому бланку подарком, сюрпризом. Поэтому их две, их два. Еще крем. Я хотела его вместе с темным кремом каким-то взять, который я уже знаю, что той, которой подарю, нравится, подходит. Но уже расхватали до меня под Новый год все. Поэтому вот этот филлер Вежиталь взяла. Буду первый раз дарить. Plumping Anti Wrinkle Eye Cream. Надеюсь, ей подойдет. И из этой же серии бальзам для губ. Вот так вот. Вот, собственно, на 5000 все перед вами. Два парфюма, три шампуня. Оно же гель для душа для мужчин. Четыре твердых шампуня, две туши. Вот это. То есть само тело одного из заказов это вот это, вот это. Плюс подарки. Тело другого заказа это вот это. Плюс два подарка. Вот так это все выглядело. И Фроше не поскупился на макулатуру. Два каталога положил. Конвертик положил. Так, а спецификация одна, но на все вместе. Да, вот это все, что перед вами, это 5,182 рубля. Как вы считаете, я выгодно закупилась или не очень по бланку? Предыдущая посылка, кстати, 3,100 стоила. Вот какая вам из посылок больше нравится по наполнению? Предыдущая 3,100 или вот это почти 5,200? Ну, тут мне нравится как-то без мишуры, без коробки, которая вроде бы сильно не утяжеляла стоимость подарка, но зато водички 100-миллилитровые. Так что так, пойду раскладывать, паковать. А вам хорошо отдыхать после праздников, продолжать радоваться каждому дню так, как будто в конце будут дарить подарок. Не забывать найти всегда вокруг себя что-то очень хорошее и удивительное. И сказать спасибо за что-нибудь окружающей действительности. Ведь человек не может испытывать чувство благодарности без чувства счастья. Побольше всем счастья в наступившем 2023 году. Пока-пока.